Всем большой привет! Всех поздравляю с крещенским сочельником и начинаю видеообзор, распаковку заказа от компании Faberlic. Заказ большущий, две огромные коробки, одна из них очень тяжелая, сейчас покажу почему. Были купоны у нас, конечно же, они выгодные. Выгодные в основном своим балловым наполнением, ну и, конечно, цена у них немножечко тоже имеет свою выгоду. Чек огромный. Давайте посмотрим, сколько баллов. Так. Не вижу. Где у нас баллы прописаны? Второй 47 баллов. Да ладно. Нет, здесь не 47. Мне кажется, здесь больше. Хотя, кто его знает. Ладно, девчонки, я ничего не понимаю. У меня было где-то на 100, мне кажется, баллов. Да, 147, может быть, но точно не 47. Что-то здесь они путают, потому что огромная сумма. Но с моей объемной скидкой это где-то вышло около 11 тысяч. Но здесь в основном заказы, ну, не только мои, конечно, но и клиентов. Ладно, давайте приступим, не буду искать. Потом подпишу, сколько баллов. Вот такая вот у нас опять в такой контейнер шел по акции. И с ним должна быть еще... Ой, извиняюсь. С ним еще должна быть тарелочка, которая идет как в подарок. Ладно, мы ее потом отыщем. Контейнер. Со скидкой. Обратите внимание, сейчас эти контейнеры идут со скидкой, и к ним в подарок идет тарелочка. Сейчас покажу, которая там тоже зелененькая для нарезки. Дальше. Вот такой вот массажер взяла, потому что хотела взять металлический подороже, но его не было в наличии. А это у нас роликовый для тела. Ну, пластиковый, да. Он подешевле. Артикул 910-172. Вот так вот выглядит. Вот такой вот он интересный. Сейчас попробую что-нибудь. Руку, например. Ой, прикольно, так сжимает. Прям, когда назад ведешь особенно, да? Очень даже сжимательная у него такая функция хорошенькая. Ладно, будем пробовать. Это надо все пробовать. Живот массажирую, ноги массажирую, попу массажирую. В общем, все подряд, что можно. Потом такие вот пасты зубные. У меня тоже они пользуются спросом 200%. Я пользуюсь пастами от Сибирского здоровья. Мне нравится, но вот иногда люди спрашивают, да и если есть в наличии, я могу и такими тоже попользоваться. В принципе, они ничего, хорошие пасты. Это вот у нас укрепление и защита десен. Они тоже, наверное, по купонам у меня, да, я все это по купончикам. Укрепление, так, еще одна такая же попадается. Девчонки, все будет по купонам, мало что не по купонам. Поэтому уж не буду я тут 300 раз говорить. Вот такую тоже сыворотку взяла попробовать себе. Блум. Тоже она выходила 200, наверное, рублей с копейками. С купончиком. Так. Буду пробовать. Потому что что-то как-то я ее прошла мимо. Мимо этой сыворотки. Биокапсулу молодости с активными клетками туберозы. А сыворотки я люблю. Здесь вот такая вот у нас. Такой дозатор. Кремообразная. Аромат легкий, ненавязчивый. Вообще практически я не слышу. Нежный такой. Не яркий. То есть так впитывается. Нормально. Все уже впиталось. И чувствуется увлажненная кожа. Так. Следующее. Это у меня под заказ водичка
Аромания Аква. Девушка заказала. Сегодня буду все раздавать. Все уже все заждались. Так, нашла еще одну пасту. Black Control. Защита от зубного камня и налета. Для мужчин своих решила заказать боксерчики. Здесь у меня эмочка. Это, наверное, я сыну. Цвет серый, по-моему. Давайте посмотрим, если откроется она у меня. Да, зип-замок хорошо открывается. Вот такие вот боксеры. Здесь у нас резинка такая. Ну, в принципе, хлопок неплохой, плотненький такой, тянущийся. Эмочка. Я думаю, конечно, ему будут они великоваты. Надо было эсочку брать. Я сомневалась, эска или эмка сыну. Но так как он растет быстро, я думаю, что они недолго будут лежать. Вообще за год так он вымахал. Вот что весной я ему, да, в прошлом году, год назад снимала на видео. Он был таким маленьким. А за год просто вот вымахал ему все мало, просто сантиметров на 15 точно, представляете? Так он быстро вымахал вообще. Я даже не верю, вот видео смотрю, я не верю, что он таким маленьким всего год назад был. Вот так вот мальчишки у нас растут. Конечно же, ага, ладно, покажу вот эту вот щеточку еще под заказ. Меня взяли, тоже пользуюсь такой. Маски удобно наносить. Мне нравится маски наносить. Вот этой практически не пользуюсь, но она тоже для умывания хорошо. Ну, как-то приспосабливаться тоже к ней нужно, привыкать просто, да, нужно как-то каждый день ее вносить в свое использование, если для умывания, да, а я привыкла умываться просто руками, раз-раз и пошла, что называется, но маски наношу, вот ей мне нравится. Потом взяла себе сухой шампунь, иногда он пригождается, хороший, вполне взяла для темных волос в этот раз попробовать. Так, мужские средства набрала по купонам, потому что у нас скоро мужской праздник, и все равно будут спрашивать. И взяла из разных серий. В общем, сейчас покажу, что будет попадаться. Это у нас бальзам после бритья. Так. Потом из серии блокбастер. Гель для душа. Попадается щетка детская с киской. Решила попробовать крем для рук. Не знаю, пока себе оставлю, либо заберут. Но я помню, его хвалили в отзывах. Поэтому взяла это Bio-C Mango. Также кремиков, наверное, пару штук взяла по купонам. У меня оставались. Думала, чем добить. И добила вот такими кремами для рук. Серии зима защитными всегда разойдутся. По купонам просто выходили баллы побольше. Вот еще один вижу такой крем для рук Манго. Потом под заказ у меня вот такой крем серии Grand Prix Hand Care. Я не пользовалась, наверное. А нет, вру, пользовалась. Это шаг же третий. У меня все шаги есть. Да, значит, я пользовалась. Ну, не знаю, крем как крем. Особо он меня, наверное, не впечатлил, раз я ничего не могу сказать. Так, попадается мыло. Такое черное мужское, опять же. Пригодится в подарки. Вот второй такой крем зима. Смотрите, пришли боксеры для мужа вот в таком пакете. То есть уже не в зип-пакете, а в таком. Наверное, может, возврат был или что. Как-то уже неинтересно, да, когда в таком пакете приходят. Либо это будет тенденция у них такая. Так, ему я заказала эльку, что ли. XL-ку. Уже в цвете хаки. Вот. Ладно, будем мерить. Он будет мерить. Взяла еще одни себе вот такие перчатки. Мне
Они в ходу такие сейчас. Мне нравятся. Они тепленькие, красивые, со снежинкой. Сейчас они по распродаже 200 с копейками. Супер. Хорошая штука. Всегда у меня перчатки куда-то деваются. Я их теряю реально. Вот надеваю из дома, иду перчатки. Прихожу домой без них и ищу, где они. Нет нигде, представляете? Где посеяла? Не знаю вообще. В шоке просто бывает. Такое вот. Краску взяла по купонам тоже. Решила, ну, к весне буду какой-нибудь красить. Смотрите, какой красивый оттенок. Прям мой золотисто-русый. Такой натуральный. Симпатичный. И еще одну взяла. Уже вот потемнее. Это каштан тоже красивый. Оттенок такой насыщенный. Ни разу пока не пробовала такую краску. У меня клиенты брали, хвалили. Ну, буду пробовать. Так, еще нахожу зубные пасты. Это отбеливающие у нас. White Plus. Пастами запаслась. Вот в таком пакетике приходит у нас специи, БАДы. В общем, все, что для функционального питания, так скажем, называется. Все отдельно, чтобы ничего не просыпалось. Так, что я взяла? Взяла, конечно же, по купону. И не только по купону. Один мужской я взяла для мужа не по купону, потому что он в каталоге тоже со скидкой, с хорошей. Так, это у нас попадается. Вот, антиоксидантный комплекс я себе взяла, молекулярный, новый. Это по купону. Биологически активная добавка к пище, то есть это БАД. Дополнительный источник витаминов С и Е и природных антиоксидантов. Антиоксиданты никогда лишними не бывают. Буду пробовать. Хочу попробовать просто сравнить с сибиркой, например. В сибирке антиоксиданты у нас в новамине содержатся тоже. Там витамины А, С и Е. Ну и во многих других комплексах. Ну вот здесь тоже решила попробовать. Здесь у нас черника, асаи тоже хорошие такие компоненты. Кверцетин, рутин тоже классно, тоже в Сибирке они есть. Витамин С, Е и астаксантин. Вот единственное, чего нет в сибирском здоровье, это астаксантина. Вот я решила попробовать здесь. Так, в составе у нас, ну, микрокристаллическая целлюлоза. Так, что еще? Это капсулы тут они рассказывают. Ну, все, что я прочитала, вот все есть. Витамин Е, кремний диоксид, антислеживающая добавка. Здесь еще перец черный, экстракт. Вот, поэтому. Ну, попробуем, я не знаю, конечно. Артикул 15699, они не бюджетные, но, в принципе, как и в сибирском здоровье, они тоже не бюджетные. Если хорошие, если биодоступность у них будет хорошая, да, то, может быть, они и стоят этих денег. Так, значит, изготовлены они у нас в марте 2022 года, то есть уже год они, представляете, где-то находились. Очень интересно. Так, изготовитель Калифорния, США, эксклюзивно для Faberlic. Свидетельство о государственной регистрации. Биопирин. Зарегистрированная торговая марка компании Sabinsa Corporation. Пищевая ценность, так, энергетическая. Взрослым по 2 капсулы один раз в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Можно повторить при необходимости в течение года. Здесь 60 капсул, то есть на месяц. Дозировка, в принципе, нормальная. Так что будем пробовать. Вот такой антиоксидантный комплекс. И мужа взяла, девчонки, не знаю, на свой страх и риск, мультивитамины, он у меня еще тот привереда, будет, не будет пить, я не знаю, ну ладно, взяла, его надо заставить пропить курс витаминов, здесь как раз у нас, ну, все необходимые, витамин В, медь, железо, К1, биотин, так, что еще, по 2 капсулы один раз в день, то же самое, да, 60 капсул, по-моему. Сделано в декабре 2021 года. Где же они находились-то, девчонки?
Представляете, да? Или нам просто это выброс какой-то сделали ненужных БАДов. Я не знаю, не буду ничего говорить. Ни плохого пока, ни хорошего, но просто как-то очень подозрительно, смотрите, да? Где они были-то? Раз они изготовлены уже даже в 2021 году. Год-то они где-то были. БАД. Так. Источник поливитаминов, макро- и микроэлементов, ресвератрола, фукоидана и органического йода. Ладно, будем пробовать. Заставлю его пить. Даже не знаю. Мужчины, они у нас такие мужчины, ничего им никогда не надо. Так, и взяла соль. Тоже я не знаю, по какой акции. Может быть, и по купонам, а может быть, они и просто в каталоге были. По хорошей цене, да, возможно, норвежская для рыбных блюд, моя любимая для стейка, и розмарин орегано. Вообще люблю вот эту вот серию, классная серия с специй, да. Я пользуюсь с удовольствием, вот они мне очень нравятся. Потому что у них мелкий помол, я люблю мелкий помол. Я не люблю, когда мне там попадаются куски какие-то, моркови, нет. Я люблю, чтобы все было мелким, вот как раз это все. Соответствует. Так, что еще? Венчик. Смотрите, какая огромная вообще коробка. Вот это венчик. Я думала, он маленький. Так. Ничего себе. Ничего себе. Это как им пользоваться? Нажимаешь, и он крутится. То есть, смотрите. Нажимаешь, и он крутится. Честно говоря, даже пока представления не имею. Может, очередная фигня. Как всегда, иногда это бывает, да, как говорится. У меня уже было такое, что купишь и не пользуешься. Ладно, будем пробовать. Так, свои любимые взяла наши, вернее, детей. Любимые супы. Суп грибной. Это по виповской скидке. У меня их две, поэтому я беру сразу два супа. Беру где-то через каталог. То есть у меня как раз вот заканчивается. Сейчас у Алисы вообще куриный давно закончился. Да я и давно ее не брала, наверное, в том году. Вот. А грибной сын любит тоже очень часто прям его на обед. Себе сам готовит. Ему нравится. Ну, пусть ест. Ладно. Хоть что-нибудь. Вот такая тарелка. Пришла в подарок с контейнера. У меня их, кстати, уже накопилось несколько. Буду раздаривать в какой-нибудь праздник своим родственникам. Так, что еще у меня тут осталось? Ага, вот такую пасту сензитив для чувствительных зубов. Я хотела, кстати, себе ее попробовать. Возможно, оставлю. И вот такую помаду у меня заказала подруга своей маме. Она вообще у меня всегда брала фуксию. Еще бы как-то открыть. Сейчас попробуем. Но что-то в этот раз я ей скинула, какие у нас там помадки по акции. И она решила взять артикул 0902, наверное. В общем, смотрите сами, какой тут. Нет, наверное, это не артикул. 140-321, да? Что это? Может, и артикул? Нет, девчонки, это не артикул. Вот, 40-388. Вот такая вот серия у нас сатиновая, что ли, беленькая. У меня такой ни разу не было. Красивые губки. Она розовая. Прям я ей сказала, что она не фуксийная. Она будет розовая. Вот она розовая. Ну, пусть попробует. Мама у нее выбрала ее. Ничем особо не пахнет. Легкий помадный аромат. Так. Что еще у меня в такой тяжелой коробке? Одна коробка закончилась. Огромная просто была коробка. И еще такая же огромная, но она очень тяжелая, потому что здесь куча шампуней заказали. Так, давайте начнем с мелочи. Для мужчин бальзамчик после бритья. Это буду наборчики опять же составлять. Для мужчин антиперспирант, дезодорант. Все по купонам набрала. Прям купоны очень вовремя дали. Праздником, поэтому все затарилось к праздникам. Дезодорант мужской. Потом гель для бритья. У меня есть один клиент, который
постоянно. У него заканчивается гель, он идет, спрашивает гель. Еще один для бритья. Ну, нравится вот ему такой. Он прозрачный, такой недорогой, да, в общем, как-то так. И вот еще, наверное, а нет, это бальзамчик после бритья. Крем для рук под заказ, омолаживающий он, по-моему, называется, да? Вот клиенты иногда у меня такой спрашивают. Видимо, нравится. И даже повторяют. Так. Что еще для мужчин? Вот такой шампунь. Вот я зря, наверное, большой не взяла шампунь. Вроде бы кидала его в корзину. Восьмой элемент. Но, видимо, вылетел. Так, такой шампунь. Пена. Барбер Лапси. Так, вроде для мужчин все, да? По купонам взяла очищающий тоник. Он вообще 100 рублей где-то так выходил, недорогой. Взяла бальзам для мытья посуды. Сегодня уже забирают у меня его. Гель для стирки. Тоже клиенты вот именно его любят. Оранжевый, у него и аромат вкусный, и он концентрированный, хорошо отстирывает. Еще для дома биогель для очищения туалета. Он немножко с хлоркой, мне кажется, как-то отдает, поэтому очищает очень хорошо. Детскую серию взяла. Один шампунь у меня уже забирают. Новая детская серия. Енотик, обезьянка. Давайте почитаем, что у нас тут. Так, детский шампунь, гель для душа и детский гель для душа. Это с обезьянкой. Просто гель, а с енотом шампунь-гель. Манговый енот и обезьянка банановая. Так, по составу. Аква, содиум, кока-сульфат, кока-глюкозид, кока-мидопропил, бетаин. Ну, по составу уже получше, чем предыдущие. Будем надеяться, что и по качеству. Так, манго, да, пахнет манго. Вот этот вот енотик, я не знаю, он, наверное, будет... Какой он вообще? Ой, манговый. Манговый. Оттенок прям такой прозрачный, оранжевый. Вкусненько пахнет. Банан. Действительно пахнет бананом. Отдушка такая прям банановая, реально. Еще два каких-то попадается. Тоже енотик. Я, наверное, по два всех брала, да. Потому что и правильно сделала. Всегда то не надо, то сразу кому-то все надо. Вот такой вот еще попадается. Это кто у нас? Так, это у нас пена для ванн, меняющая цвет. То есть хамелеончик превращает зеленую пену с ярким тропическим ароматом в синий океан. Ой, действительно, ананас. Вы знаете, сок мультифрукт ананас. Вот такой вот ананасовый какой-то такой коктейль. Пинколад, вот что-то такое прям. Вкусные отдушки, да, прикольные. И будем надеяться, что и по качеству нам понравится. И у меня целая коробка, девчонки. 21 штука, наверное, шампуней. Вот таких. Алоэ. И крапива. Они по 139 рублей в каталоге. И я по каталогу их и набрала, и все у меня это под заказ. То есть у меня девчонки попробовали, им понравился шампунь. Не дешево сердито, как называется, да, как говорится. Дешево сердито, вкусно пахнет. Отдушки замечательные, мне самой понравился. Ой, крапива прям елкой какой-то. Я не знаю, вот у меня все еловое какое-то ощущается, нотка прикольная. Алоэ прям алоэ, вот как разрезанное алоэ, действительно, я не знаю, вот замечательные такие отдушки, они густые, то есть девчонкам понравилось, как работает на волосах, хорошо промывают, поэтому большой объем, цена вообще замечательная, артикул 29.14 и 29.15, в общем, 21 шампунь у меня под заказ. Ну и все, вот такой вот у меня получился заказ, вот я вам могу... Чек просто для ознакомления, так скажем, да?
Вот так вот просто покажу. А вы уже сами ставьте на паузу. И хочу, конечно же, пригласить вас зарегистрироваться в компанию Faberlic, получать подарки, скидки, участвовать в закрытых распродажах. Я вас, конечно же, научу, что и как делать, если вы еще ни разу не заказывали, да? Обязательно проходите, регистрируйтесь. Я с вами свяжусь, напишу вам. Если вы мне не ответите, проигнорируете, я больше трогать даже вас не буду, никаких акций, предложений, да? Если вы мне ответите, значит, я буду думать, что вы согласились на вот такие вот рассылочки, да, то есть в чат могу вас добавить в наш. Поэтому обязательно регистрируйтесь. В Faberlic выгодно быть зарегистрированным, потому что, ну, здесь ходовые такие продукты, которые нужны каждый день. На каждый день. Это такие ходовые продукты. Ну, все, вот такой был мой огромный заказ. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения. Напишите, как вы празднуете крещение, купаетесь ли вы, мне интересно. Я ни разу не купалась, но бывает, что ходим там на ключ и набираем святой воды на год. Обязательно пойдем, только я не знаю, ночью, не ночью, может быть, не ночью пойдем, а на следующий день сходим. Во влоге обязательно сниму вам видео. Все, всем пока-пока.